Сегодня, накануне праздника Дня независимости Республики Казахстан, в пригородном населенном пункте Аксай открылась новая врачебная амбулатория. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь в родном селе. Продолжение темы в следующем сюжете. Новая врачебная амбулатория построена по государственной программе 100 конкретных шагов в целях обеспечения шаговой доступности к медицинской помощи. В церемонии открытия медицинского учреждения принял участие руководитель управления здравоохранения области, который пожелал специалистам амбулатории успехов в работе. В канун замечательного праздника Дня независимости нашей страны мы сегодня подходим к завершению года. И год ознаменовался, конечно, тяжелым началом. Была пандемия, как вам известно, целый год боролись с пандемией. Сейчас эта проблема до сих пор, угроза имеется, существует. В связи с этим в области были построены ряд объектов, которые на сегодняшний день уже сданы. И одна из них сегодня вновь вводится в эксплуатацию в селе Аксай. 29 кабинетов медицинского учреждения оснащены необходимым современным оборудованием, компьютерной техникой, интернетом. Они соответствуют всем санитарным правилам и требованиям. Медицинскую помощь в новой амбулатории смогут получать порядка 3000 сельчан. Теперь же посещать врачей будет проще. Новая амбулатория рассчитана на 50 посещений пациентов в смену. Долгие годы врачебной амбулатории в селе Аксай не было. Сегодня проводим открытие семейно-врачебной амбулатории Аксай, который до сегодняшнего дня обслуживался в поселке Акжар, в семейно-врачебной амбулатории Акжар. Как вы знаете, семейно-врачебная амбулатория и Акжар, Аксай это является врачебными амбулаториями городской поликлиники номер 3. Если до сегодняшнего дня не было особых условий, людям приходилось перемещаться и ехать в Акжар и обслуживаться там, теперь на сегодняшний день мы создаем полные условия. Жителям поселка Аксай обслуживаться у себя в своей семейно-врачебной амбулатории. Данное здание полностью одноэтажное, новое. Сегодня в Аксай открылась новая амбулатория. Мы долго ждали этого события. Очень рады. Отметим, что в амбулатории будет работать 3 кабинета общей врачебной практики, дневной стационар, прививочный и процедурный кабинет, стоматологический кабинет, кабинет гинекологии, лаборатория, кабинет физиотерапии. Аймгуль Хайруллина, Сухи Хаттаргазы, Куанш Кудайберген, телеканал Атырау.